Представители подрядной организации, которая будет заниматься реконструкцией парка Швейцарии, провели сегодня специальную пресс-конференцию у стен парка. Я напомню, что на реконструкцию выделена рекордная для нашего региона сумма 4 миллиарда рублей. Парк должен быть полностью благоустроен, и он полностью преобразится к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. На прошлой неделе доступ в парк был ограничен, существующие кафе и аттракционы разбирали их хозяева. На этой неделе парк уже огораживают синим строительным забором, и вот сегодня подрядчики рассказали о том, как будут вестись работы. У нас плодородная почва сниматься не будет. В два раза будут сокращены кабельные канализации. Они будут опущены из воздушного устройства в подземное. И будет произведена реконструкция ливневой канализации, водопроводной и сточно-канализационной. Контроль будет осуществлен со стороны общественности. Мы организуем рабочую группу, куда войдут представители общественности и всех заинтересованных лиц. В начале августа будет установлен некий павильон, в который могут прийти любые заинтересованные люди, ознакомиться с историей места, с архивными фотографиями, материалами, проектными решениями, визуализациями. Если проведена экологическая экспертиза и нет ее нарушения, то тогда надо делать. Когда еще город получит такие деньги, никому не известно. Естественно, их использовать надо правильно, умно, с учетом всех вопросов и экологических в том числе, но надо думать о жителях, надо, чтобы это пространство замечательное, которое не было ни разу задействовано сверху донизу, впервые будет, наверное, использовано на 100%.